Ну и сейчас. Гол! Вот это да! Вот, пожалуйста! Вот как важно вбрасывание в своей зоне. Ну как можно так вчастую проигрывать? Ну как? Подобное казанцы готовили, когда на точку вставал именно Сафонов. И вот он выиграл четко на Петрова. Кирилл долго не думает. Он ведь сегодня нацелен на ворота соперника. Не рассусоливает, не размышляет. Не думает о том, как бы продолжить атаку. Вот, молодцом бросил. И блок еще от Сафонова попадает. 2-1. Честно говоря, я так вот посмотрел, как Алтынин поставил крюк на вбрасывание. Я вот так вот сижу, думаю, как он выигрывать собирается. Мне кажется, с такой позиции вообще выиграть просто невозможно.